Мы видим изменение климата, исчерпание ресурсов, ухудшение качества окружающей среды и негативное влияние на здоровье человека. И мы в Экологическом союзе убеждены, что оздоровление окружающей среды возможно только благодаря изменению потребительских паттернов и экологизации промышленных производств. И с этой точки зрения роль глобальных корпораций чрезвычайно велика. Именно они меняют бизнес и задают потребительские предпочтения. Именно их ресурсов достаточно для того, чтобы изменить рынок и потребителя. И вместе с тем, по мнению ООН, чью позицию мы разделяем, компаниям рекомендуется в своих экологических инициативах опираться на существующие научные знания, на комплексные экологические стандарты, которые рассматривают весь жизненный цикл продукции, от сырья до утилизации упаковки. И в этом плане передовой научный экспертный опыт в стандартах экомаркировок первого типа. Мы знаем, что многие крупные компании в России уже внедряют эту самую комплексную экологическую безопасность, заботясь об экологизации производств, разрабатывая безопасные формулы своей продукции и разрабатывая экологичную упаковку. И в то же время мы выражаем надежду, что рост числа крупных компаний, внедряющих экомаркировку первого типа, это будущее России.